такая вот веселба происходит в Донегале. Во время отлива здесь открываются еще маленькие дополнительные пляжики. Вот, смотрите, что делается. А здесь еще есть пещера рядом. Макера! Макера! Смотрите, какие здесь песчаные дюны. Наверное, самые высокие в Европе песчаные дюны. А еще что интересно, прямо отсюда, прямо с пляжа, можно попасть в пещеру. Вот она, Магера Кейвс. Чуть-чуть пройти по воде, и вы уже в настоящей пещере. А в ней зарыты сокровища. Вот он, смотрите, вход. Идешь вроде по водяке по суху. И тут тебе бас. Пещера. Вот оно что творится. Смотрите. Даже, ну, типа грот, конечно. Не настоящая пещера. Но выглядит очень. И бело дня. Идешь спокойненько, никого не трогаешь по Донегалу. Песчаный вроде бы, казалось бы, пляж. И тут бац тебе пещера. Какая вот пещера. Все это находится на пляже Магера. Водопад, тут и тебе пещеры, тут и тебе волшебный песчаный пляж, тут тебе и водопад, в котором можно поплавать. Такая вот красотень.